Возможно, будет немного шумно. Ну, в общем, технически я еще не опоздала на вышивальную встречу. Мне еще 40 секунд стоять на светофоре. Где-то люди все подевались. Никого не видно на улице. Так бывает. Девочки и мальчики, всем привет. Когда на улице похолодало, и, как оказалось, сегодня 11 октября, я хочу всех поздравить с Днем девочек. Ну, мы такие, мы уже взрослые девочки. Как начинается настоящая вышивальная встреча? Когда ты не на лавке в парке, когда ты не в Харькове с Аней входишь на вышивальную встречу, где жарят шашлычки, то мы пришли покушать в грузинский ресторан. Вышивку уже все попрятали, потому что на столе уже еда. Здесь у нас вот пишем условия СП, которые для ЛКСа будет по наборам ЛКСа. Вот. А Люба что-то там уже у нас снимает, что-то уже там бисер разбирает. Лишь бы повышивать, понимаете? Где-нигде надо повышивать. В общем, я принесла свой сэмпер, который еще не довышивала, поэтому тут очень вкусно пахнет. Я буду пить рентвейн. Надо открывать сезон. Обычно я делаю со своей подругой. Ну, может быть, чтобы... Надо будет сходить в парк, тоже открыть сезон. Так, это было первое включение. Я думаю, что дальше мы еще с вами немного поснимаем. Девочки, небольшие включения. Все начали наконец-то вышивать. Все закончили есть? Нет, Марина шукает. Почему мужчину снимать? Вдруг он не хочет. Я вот тут буду вышивать сейчас чуть-чуть. Ну что, прошло 3,5 часа. Вы, конечно, не заметили, но для нас это была супер встреча, супер сильных вышивальщиц. Надо ходить каждую среду, я предлагаю. Есть чистый четверг, а есть вышивальная среда. Хорошо, подстроимся. Только приходите. Так, все считают свои крестики, полукрестики, бисеринки. Смотрите, я в майке сижу, а Люба в зимнем свитере. Ну, я просто хайпую, девочки, как вы понимаете. Хайп – наше все. Так, я вот вышивала здесь чуть-чуть кусочек. Боже, я так боюсь телефон уронить. 200. А я 201. Я могла помолиться, знаешь? Короче, я пришла, у меня было тут чуть-чуть начато. Ну, вы понимаете, я больше поговорить, чем повышивать. Повышивали я дома. А здесь с девчонками буду общаться. Это похоже не на серветку, это на кое-что другое похоже. На гигиенический. Короче, девочки, тут такие салфетки нам принесли. Ну, мы же можем ее потрогать? За нее заплатили. Если вдруг у вас закончилась канва, идете в ресторан хачапури и вино. И тут есть салфетка, сейчас ее расчехляли просто. Помогите, спасите. Сделайте приглашение СП УКС. Это будет не СП, мы решили, что это будет марафон, мы будем гнать. Вот, смотрите, Марина нам помогла. Как вам этот конюшка для вышивки? У кого это реально можно вышивать, девочки? Ну, мы как рукодельницы, мы должны, конечно же, обязательно все найти к тому, чтобы где бы, на чем бы нам повышивать. Ну что, на общем фоне давайте. Короче говоря, 20 числа, 20 октября, девочки и мальчики, мы с вами, мы вам предлагаем присоединиться к нам в марафон. Мы точно вот вчетвером уже будем участвовать в марафоне по ЛКСу. Подробно я еще выпущу видео,
ты больше свою вот эту штуку вышла, да, которая сегодня? Или другой какой-то набор? Все, Оля будет зимний пейзаж, Люба подсолнухи, Марина пионы, да? А Марина будет, как я, пионы, но другие. Какие? Следите на наших каналах, мы все покажем и расскажем. 20 числа мы стартуем. Вы с нами? Пишите в комментариях.